В итоге взял я себе Volkswagen Polo, новый совсем. Покажу потом, как он выглядит. Достоинства у машин много, есть и недостатки. И единственное, что хочу сказать для начала, это маленький автомобиль для одного человека, двух, ну, трех максимум. На большее он не рассчитан, хотя потому что там мало места. Потом сделаю маленькую презентацию, чтобы было понимание, что хорошего в этом автомобиле. Хотелось бы обратиться ко всем, кто садится в такси. Если вы видите, что это Volkswagen Polo, либо заказываете, вы должны понимать, что туда не влезет больше 4 человек. Прям совсем никак. Да и по правилам это запрещено. Однако есть все равно желающие, которые хотят влезть прям в пятером. Еще ребенка, наверное, в багажник, но кресла там у меня нету. До следующих встреч.